Снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте покажу вам, как сделать, значит, модель не в Blender, а именно в ZBrush, не модулируя, да. Значит, это будет Gravity Falls, девчонка. Давайте откроем append, откроем. Так, зачем нам куб? Куб нам не нужен, нам нужна сфера. Вытянем сферу. Edit, make, polymesh, geometry сделаем. DynaMesh, побольше прибавим. Так, многовато, Ctrl-Z. Значит, у нас выравниваем флур и уменьшим нашу модель. Теперь делаем DynaMesh. Подставляем сюда какую-нибудь текстурку. Подключаем текстуру, чтобы мы могли с ней работать. Уменьшаем ей прозрачность. И смотрите, вот выравниваем ее по окну. Теперь, что мы здесь имеем? Мы имеем здесь сферы, что тут, цилиндры. В основном сферы. Ну и давайте все это дело поднимаем до нашего персонажа. Чуть-чуть увеличиваем. Все нормально. Теперь что можно сделать? Можно сделать дубликат. Мы видим, что у нас тут еще черепушка присутствует. Следом переключаемся на Morph Topology. Их симметрия, русская Ч. Все это дело вытягиваем, подгадываем. Так, все, это дело намечено. Shift-Z, отключаем нашу голову. Ну, в смысле, текстурку. Отводим чуть-чуть черепушку назад. Выводим чуть-чуть челюсть вперед. Мордочку вытягиваем. Так, чуть-чуть у меня тут крутится. Shift-Z. Опять же, подгадываем под нашего персонажа. Добавляем что? Append. Добавляем, давайте, цилиндры. Переключаемся на цилиндр. Включаем Morph. Уменьшаем. Так, теперь все это дело перекручиваем, сплюснем, перекрутим чуть углом, подгадаем, подводим к уху. Еще раз покрутим, повертим, подгоним под наш персонаж. Так, ухо ушло далеко. На энту сторону подгадаем, подведем, уменьшим скайл. Можно чуть-чуть кверху подрастянуть. Теперь выравниваем нашего персонажа. Чуть-чуть поменьше, чтобы точно попадало. Выберем нашего персонажа нижнюю челюсть. Перетянем, подтянем. Сделаем геометрии. Modify Topology Mirror and Well. Так, что у нас тут получается? Не проблема, чуть-чуть тут сбилась. Так, уплотним. Подгоним их симметрия, выровняем под персонажа, сделаем Mirror and Well. Так, еще чуть-чуть поменьше, ухо подгадываем. Так, Mirror and Well, чуть-чуть сплюснем. Z, подгадаем нашу гражданку, она чуть-чуть закосилась по симметрии. Z отключим глаз. Теперь сделаем мира ухо. Подгадаем нашего персонажа еще под картинку. X симметрия чуть-чуть поднатянем. Alt. X симметрия тоже чуть-чуть черепок сделаем побольше.
мира Entwell чуть-чуть выгладим. Ну, вот таким вот вариантом, да. Теперь, значит, нижняя часть Ctrl-D, Ctrl-D, добавляем девайдов, уплотняем сетку. Ctrl, рисуем рот. Ctrl-Z, отключаем глаз. Ctrl-I, уводим, значит, рот вглубь. Делаем Dynamesh, Ctrl-Z, Del Lower, удаляем Dynamesh, чуть-чуть прибавим, значит, полигонажа. Все нормальненько. Теперь, что нам понадобится? Нам понадобится добавить глаза. Не проблема. Append. Добавляем сферу. Alt, левая кнопка мыши. Включаем глаз. Уменьшаем глаз. Подставляем его, значит, под персонажа. Выравниваем на нашего персонажа. Shift Z, смотрим, чтобы все тут нормально легло. Выбираем нашу вот эту челюсть нижнюю. И, наверное, я чуть-чуть вытяну вперед, чуть-чуть подожму шею. Выбираем вот этот чайник. Голову, то бишь, чуть-чуть выглаживаем, выравниваем, вытягиваем, чтобы, ну, форму черепа придать. Shift Z. Подгадываем опять нашего персонажа. Глаз немножко подкорректируем, чуть-чуть даже прибавим в размере. И смотрите, тут если сейчас добавлять зеркалку, то два глаза объединятся. Это не есть хорошо, лучше сделать дубликат. Делаем дубликат и вытягиваем его в бок. Так, вроде бы есть Алекс Гуд. Все попало. Теперь что будем делать? Добавляем append. Добавляем цилиндр. Alt, левая кнопка мыши. Нажимаем на цилиндр. Уменьшаем, подгоняем. Это будет шея. Теперь чуть-чуть растянем. Пусть она чуть больше в голову заходит. И так далее. Так, есть такое дело. Выравниваем, подгадаем еще по размеру. Так, следом у нас тело, да? Это будет у нас append. Append, и будет у нас сфера. Или можем сдублировать какой-нибудь глаз, сделаем дубликат и опустим его вниз. Теперь вытягиваем этот глаз, подгадываем его где-то у нас по низу вот этой одежды, чуть-чуть заводим в mesh. Ну, в смысле, в текстурку, да? X-симметрия. Растягиваем, вытягиваем. Оп. Все. У нас есть уже тело. Тело мы чуть-чуть растянули кривовато. Подгадаем под персонажа. Перекрутим Alt, левая кнопка мыши, значит, наш mesh. Подставим, опять же, к персонажу. Опустим пониже. Ну и немножко тут растянем. Так, теперь у нас идет юбка. Append. Это будет у нас цилиндр. Alt, левая кнопка мыши. Выбираем цилиндр. Уменьшаем. Подгоняем его, значит, к нашему персонажу снизу. Чуть-чуть его, значит, растягиваем. Ну и сбоку чуть-чуть подкорректируем. Делаем Shift Z, отключаем обязательно картинку. Делаем геометрию, делаем Dynamesh чуть-чуть побольше полигонаж. Можно выгладить. Теперь с помощью MOV X симметрии мы чуть-чуть придаем, значит, форму гражданке. Да? Так, тут чуть-чуть можно вперед грудь подать.
плечи. Форму подкорректировали. Так, живот тоже. Давайте вперед эту шмотку подадим. Она вроде как свисает. Вот так вот. Shift Z. Персонаж есть. Все, в принципе, попало. Теперь нам понадобится append цилиндр. Alt, левая кнопка мыши. Уменьшаем все это дело, подгоняем. Это будут ноги. Ноги делаем потоньше и вытягиваем. Есть такое дело. Смотрим, флур. Все зашло в mesh, все нормально, все хорошо. Искривлять я их не буду, это уже потом при анимации. Теперь что делаем? Делаем геометрии. Modify topology mirror and well. Shift Z. Все нормально. По рукам. По рукам то же самое. Так. Ничего тут такого сложного. Выбираем Alt. Левая кнопка мыши. Выбираем глаз. Делаем ему дубликат. Опускаем вниз к ногам. Лучше поднять, наверное, к телу, чтобы он был именно под телом, потому что потом будет объединение. И чтобы потом это все дело, значит, не перетасовывать. Вытягиваем нашу руку. Уменьшаем ее. Здесь немножко давайте поработаем вытягиванием. Так, и если мы будем делать персонажа под анимацию, Shift Z, вот когда рука намечена, давайте заведем ее в mesh, мы ее чуть-чуть перекрутим, потому что потом, если вы планируете вставлять кости, вот, то лучше это делать вот в такой позе. Так, что у нас тут еще? Здесь потоньше сделаем, все это дело выгладим. Тут тоже выгладим, где-то что-то потом натянем. Это уже доработка будет. Сделаем геометрию Mirror and Well. Теперь выберем какой-нибудь глаз. Делаем Shift. Так, pardon, это в Blender Shift D. Делаем дубликат. И опускаем все это дело до ног. Опускаем нашу вот эту сферу. Мы ее чуть-чуть вытягиваем. Уменьшаем в размере, подгоняем в наши ноги. Вот так вот. Ctrl-Shift нажимаем, выбираем кисть и выбираем ту кисточку, которая поможет нам обрезать вот это все дело. Вот таким образом. Так, что еще мы имеем? Мы имеем Dynamesh сделать, а ну-ка, геометрии. Всегда смотрите, чтобы он был включен. Вы видите, что он отключен. Делаем Dynamesh. Тут где-то что-то поджимаем. По бокам тоже делаем потоньше. Делаем какую-то форму. Где-то чуть-чуть можно нос вытянуть. Shift. Вот так все это придавливаем. Растягиваем ее впереди. И тут какой вопрос. Вы видите, что близко они стоят. Если сейчас мы будем делать зеркалку, все это склеится. Для анимации это дело не подходит. Мы делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. И немножко все это дело Morph Topology перекрутим. Подгоним под щиколотку. Вот теперь сделаем Mirror. Все. Теперь у нас получается Shift-Z. Подгоняем нашего персонажа и сразу видим, что у нас лапы, ноги вниз как бы смотрят. Но это на картинке. Так они должны ровно на земле стоять. В принципе, все. Можно чуть-чуть еще где-то подтянуть. Сделать зеркалку. Ну, там уже корректировка. Так, ну что, по волосу теперь. Давайте опять же сдублируем. Не, давайте добавим append, добавим опять же сферу. Уменьшим эту сферу. Подгоним ее к голове. Сделаем ее еще побольше.
установим ее за голову, подгадаем наш референс. Побольше кисточку MOV Topology X симметрию включаем. Так. Далеко ушла, но ничего, сейчас подгоним. Оп. И просто тупо тянем. Вы видите, что потянули кривовато. Это не проблема. Мы ее как раз отводим за персонажа. Теперь придаем ей, значит, нормальную форму. Вот до уха. Компонуем затылок. Пусть будет попушнее. Все это дело выглаживаем. Где-то что-то натягиваем. Где-то что-то подтягиваем. Словом, вот такая вот получается у нас заготовка. Shift Z, подгадаем нашего персонажа, так, вроде бы все нормально. Так, чуть-чуть еще квадратно-башковую сделаем. Теперь выбираем какой-нибудь глаз. Что нам еще понадобится? Сделаем ему дубликат. Опустим это все дело вниз. Если так, это будет прическа. Тогда поднимаем вверх. Смотрим, где у нас прическа. Это тело, руки, шея. Так, это кто? Вот, прическа. И теперь, так, выбираем, значит, наш вот этот mesh. Делаем scale, подгадываем его, поднимаем к персонажу. Убираем его чуть в бок. Так, здесь его можно что? Обрезать. Ctrl-Shift, выбираем вот этот trim curve. Обрезаем. Так, все пойдет в Shift Z. Подгадываем. Теперь у нас получается, что нужно сделать. Dynamesh. Shift Z отключаем картинку. Смотрим опять же, чтобы Dynamesh был включен. Shift Z. И погнали ее опять тянуть. Так, вытяжка прошла нормально. Теперь делаем этой же штуки дубликат. Перекручиваем ее на эту сторону. Сделаем ей scale. Подведем и попробуем то же самое подкорректировать. Тут без разницы, видите, как вы ее будете тянуть. Shift Z. Потом сбоку уже надуваем чуть-чуть ее вперед. Подаем назад и уводим, допустим, за ухо. Какая-никакая прическа. Так, ну и выдерживаем вот этот квадрат форму Shift Z. Все вроде подгадали. Теперь добавляем кисти рук. Так, это получается у нас есть кисточка одна. Вот она. Здесь ноги, руки есть. И выбираем, ну давайте вот мультяшную какую-то кисть. Я не знаю, сколько у нее пальцев должно быть. Делаем волосу дубликат. И опустим все это дело. Так, и так мы на низу находимся. Значит, никуда мы это дело не опустим. Просто сделаем Ctrl-W этой детали. Одну полигруппу вытянем.
руки отключим кисточку, выводим эту кисть под нашу, значит, персонажку вот эту. Я очень не люблю делать кисти рук, это шиздец какой-то. Поэтому пытаюсь, ну, стараюсь делать уже заготовленными. У меня их очень много, и в принципе помогает вот это для мультяшных каких-то, значит, персонажей. Так, поглубже заведем, потому что тут у нее как бы этот, ну, как складка, да? О, складка. О, все. Геометрии. Включаем. Теперь Ctrl-I, Ctrl-W, еще назначаем одну полигруппу. Выбираем руку. И делаем скрытие. Modify Topology Del Hidden. Делаем Mirror and Well. Так, ну вот персонаж уже готов. Единственное, что нужно добавить теперь вот этой штуки внешний вид, волосы. Ну давайте опять же сделаем чего? Сделаем с глаза, чтобы уже новый саптул не добавлять. Сделаем дубликат, уведем все это назад, увеличим, подгадаем вот под эту штуку, сплюснем, подведем. Теперь, значит, Ctrl, левая кнопка мыши, еще добавим, перекрутим, подведем, сделаем немножко красоту, так. Ctrl-Z, это Move Topology. Ctrl-I, зеркалку, и тоже вытяжку вот эту чуть-чуть тут подгадаем, где-то поднадуем, чтобы у нас тут более-менее было кругленько, да? Можно кисточкой теперь вот этой стандарт накидать массу, будет вообще Ctrl-I. Надуто. О. Но у нас еще нижняя часть есть, да? Делаем Ctrl Move. Так, включаем транспоз, Ctrl, делаем зеркалку, уменьшаем, подкручиваем, подгоняем, перекручиваем. Где-то можно опять же Move Topology, это все дело, оп, красиво так куда-нибудь завести. Всему этому делу делаем Mirror and Well. Вот уже красиво получилось. Теперь доработаем наш вот этот волос. Лишнее уберем, чтобы она попала в mesh, чтобы не торчало ничего. Так, теперь докорректируем нашу вот эту прическу. Докорректируем наши вот эти слюнявые. Делаем черепушку ровно. Шифтом выровняем, все выгладим. Так, где-то приплюснем. Все. Вот она, гражданка. Теперь нам понадобятся веки. Так, посмотрим, что у нас тут с глазом. Глаз ровный. Не, давайте нос сначала добавим. Опять же, append. Дубликат. Выведем в центр. Уменьшим. Подставим нос. Вытянем его чуть-чуть. Уведем в нашего персонажа. И уменьшим. Так. Сделаем зеркалку, потому что не добавляли сразу по симметрии новый саптул. Ну а здесь его можно уже подкрутить, подтянуть. Допустим, вот снизу чуть поддать, там где-то чуть вытянуть. Опять же отзеркалить или работать X-симметрия, русская Ч. Вот. Нормально. А теперь опять же по векам делаем дубликат. Отрезаем
вниз. Так. Теперь делаем дубликат и отрезаем вверх. Можно под углом чуть-чуть. Все это дело чуть-чуть подаем вперед или лучше Ctrl-Z вглубь подать глаз. Чтоб сильно держать не торчал. Так, вот уже у нас есть, значит, веки. И давайте сделаем дубликат. Выбираем верхнее, делаем дубликат. Уводим на это веко. Alt. Делаем дубликат и уводим на это веко. Ну тут чуть-чуть перекручиваем. Так, теперь глаз тоже выбираем и чуть-чуть уводим вглубь. Зеркалку, повторюсь, здесь делать нельзя, потому что все вот эти веки склеятся. Значит, глазами вы не сможете руководить, вам только добавлять кругляшки, такие зрачки, чтобы они бегали по белому глазу влево-вправо. Ну, как вариант. Так, ну а теперь что? Чуть-чуть вот этих вот задних волосюшек добавим. Опять же выберем, ну давайте вот этот дубликат сделаем. Так, чуть-чуть вытянем, уменьшим, подкрутим. Подставим к затылку. Шифтом выгладим где-то мост положим. Поднатянем, уплотним где-то низ. Вот так вот. Выберем кисточку стандарт. Накидаем с двух сторон массу, чтобы ну такая была надутая. Теперь все это немножко перекрутим. Сделаем Shift-Z, ну давайте, чтобы более точно по персонажу попадем. Вот так. Здесь теперь делаем Ctrl. Выводим еще одну штукенцию, делаем ее поменьше, перекрутим и подгоним ее под нижнюю часть. Shift-Z, отключаем глаз. Ну что, в принципе, нормально. Но теперь у нас какая получается штука? Юбку чуть-чуть перекрутим. Выберем Alt, левая кнопка мыши, ноги. Чуть-чуть отведем назад, ну, чтобы персонаж нормально стоял. И теперь обувь. Во. Так, немножко опять же подрезки, чтобы ровная подошва была. Ну вот получилась вот такая гражданка, да? Чуть-чуть можно уши ей перекрутить. Это уже болванка будет в группе, вы можете ее скачать. Так, уши у нее подальше, я подумаю, так, да? Теперь сделаем геометрию, сделаем Dynamesh. Выберем кисточку стандарт и через Alt чуть-чуть вомнем. Чуть-чуть выгладим. С
сильно не нашу форму не испортит. Сделаем модифик опозже мира НКЛ. Так, теперь добавляем зубы, это уже кубы. Давайте append добавим куб. Сделаем Ctrl-D, Ctrl-D, чтобы он вот такой был смягченный. Теперь сделаем ему scale. Выведем вперед, сделаем его потоньше. Еще scale. Еще чуть-чуть по прямоугольней. И заведем ей в голову, то бишь в рот. Подгадаем, значит, нашу вот эту штукенцию. Смотрим, чтобы у нас зубы не свелись посередине. Так. Ctrl. Ага. Пардонте. Без Dynamesh и удалений полигонажа он не будет, значит, действовать. Так. Выбираем, перекручиваем, значит, наши зубы, смотрим, чтобы они, ну, поровнее были. У гражданки они должны как бы ровненько идти. Так. Можно каждый следующий зуб чуть-чуть уменьшать. Ctrl, еще один зуб добавим. Ну, в принципе, я думаю, хватит и трех зубов тут. Чуть-чуть даем перекрутку. Смотрим, чтобы они шли волной. Вот так вот. Теперь можно использовать Morph Top Pose, чуть-чуть тут их как бы натягивать, подтягивать, придавать им какую-нибудь прикольную форму. Там, уводить назад. Делаем Mirror and Well. Большая прореха. Значит, мы это дело сейчас подправим. Выравниваем, перекручиваем транспоз, чтобы зубы не вели в бок. Так, ну и чтобы они не сцепились вместе. Во. Теперь что можно сделать? Сделать дубликат. Зубы, значит, у нас перекручиваются. И перекручиваются еще в эту сторону по осям. Так, теперь подставляем зубы к низу. Так, вот так вроде бы прикольно, да? Вот так вот. Но нужно их чуть-чуть отцентровать. И сделать мира. Все, гражданка готова. И вот теперь вопрос, что лучше, да? Работать сеткой, моделировать все это дело или просто тянуть, вытягивать. Здесь вы уже рукава сами доработаете, все это будет в группе. Вот такая штукенция, можете ее сами докрасить. И вот этот референс будет, значит, находиться в группе для скачивания. На этом все. Всем пока. До свидания.